Доброе утро всем! Сразу бежим проверять бассейн. Кто? Ну это плавает, да, да, да. А другая еще? Должна быть. Одна. Там таблетки лежат по плавке. А, я не должна там растворить. А как мы это узнаем? Посмотрим. Теплая. Теплая, да? Да, тепленько. Вам надо будет взять тряпочку, ведерко, и вот это вот все, вот это помыть. Вы же тут наплюхали. Почему? Земля тут, видишь, какая грязная. Ну, потом мы подавили землю. Да? Да. Угу. Так, быстренько собралась. Как всегда в темпе, даже ничего не снимала. Сейчас еду на мастер-класс, который будет в станице Нововеличковской. Пряничный мастер-класс. Решила, что это будут мороженки. Сначала я думала делать какие-то мальчикам, девочкам, но так как там на мастер-класс в честь открытия магазина, и непонятно, мальчики, девочки, то есть это не прям какая-то специальная запись, когда точное количество пряников, поэтому испекла чуть больше, чем записались, и все будут эскимо мороженое. Славный поворот направо. В порошке, в общем, включила навигатор. Не знаю почему, может быть, у меня так плохо ловит интернет, но если я с дома не включу навигатор, то он у меня потом плохо ловит. Бывает, нет GPS-сигнала, и как-то так, в общем, дома нужно все включить с хорошим интернетом, и потом только все отлично ловит. Здесь в станице какой-то концерт к Дню защиты детей. А я вот еду защищать величковских детей. А? Кина фотографирует. У нас уже обед с Сержуней. Я опять купила собу с куриной грудкой, вот с чесноком, с соевым соусом. Все приготовила, купила помидоры черри. Думала, они будут вкусные, но они такие пластмассовенькие, поэтому не айс. Меня смеется, говорит, это многоразовые помидоры, их на много раз хватит, да? Вот моя порция. Соба с петрушкой, с сыром, с курицей. И вот этот многоразовый салатик. В общем, пока мама спала, папа тут что-то делал. Дети ж захотят. Ты не стой. Вот как мама ходит. Вот дорожка там есть. Нет, полезла. А я через кушери, да? Ой, ты и коврик, что ли, купил? Конечно. А-а-а. И сразу прыгать? Давай сразу через эту, через черную штуку. Ну чё? Боюсь, она меня... Чё, открываем? Давай. Что в черном ящике? Ныряй, пап. Мам, стягивай тебя. Ой. Сейчас. Не повыше, вот тут надо. Да не, а то тут же земля, зай. Вот этот угол подними. За это я детвору и ругал. За вот это? Да. Мама, вода горячущая. Попробуй. Не, ну сверху да, но снизу, мне кажется, холодненько еще. А, ну да. Ну и перемешать. Просто перемешать надо, да. Да.
насосик сейчас включу, пускай мешает. Угу. С прыжка папа и коврик купил. Просто прелесть. И телефон буль? Да нет. Ну такая, да, там сверху прям теплая чувствуется, снизу холодная надо. А, отсюда забор воды, ну, да? Да. То ж дети наши сверху и пробуют. Уже теплая. Тогда этот поплавок уже убирай. Пускай пока не то, или ты будешь купаться? Не, не буду. А чего? Для меня как-то надо сейчас перемешать, потому что для меня вот наверх поднимаешь, вообще теплая вода. Это, мне кажется, если поокунаться, знаешь. Ну, правильно, а на море как? Ну да. Не знаю, как у вас день защиты детей, у нас вообще без детей. День защиты детей от родителей проходит у наших детей отлично. Я убрала кухню и хочу, очень хочу занырнуть в бассейн. Иду, иду, иду. Сейчас буду купаться. Ура! Дубль 53. Так вот день защиты детей у нас проходит, да? Детей нет, а мать купается. Мать, вообще это подарок на день рождения младшему. Ой, чуть не уронил телефон. Сержу! Чё? Зая, а что там сзади это всплыло? Ой, ой, ой. Ну супер, вода все-таки за 2 дня хорошая. Да? 2 дня она получается? Да. Вот хорошая сейчас. Ну, учитывая, что почти по 40 было, да? Угу. Мама, что-то с забортики скоро выйдет. Вода? Да. Твое ПП кому-то до самых... краев, да? Да. Ладно. Давай, Зая, обмывайся и приходи. Ты так, мы тут уже плаваем. Сижу не вместе, сижу не. Вот это вот что у нас, 18+, пока детей нет, да? День защиты. День защиты от детей. Детей от родителей. И тут у нас самолеты летают и летают. Все как я люблю. Да, вот так. А, чтоб сфоткать, да. Папа, а дети уже натоптали. Отойдите! Сережа, тут девочки, Сереж. Отойдите все, отойдите. А у нас тут... Мы, короче, вовремя, да, родня, вылезли? У нас тут шведский стол. Шведский стол? Класс. А здесь шведский бассейн. Это бассейн. Хотя бы метр. А мне покрасьте Маргарите сзади купальник. Купальник сзади покрасьте. Коля! Коля! Давай! 2, 3. Давайте. Прыгайте. Прыгай, Марго. Молодец, сынок. Чувак чешет. Ага, они дорогие, а их там мало. Сейчас скидка. И что ты их не купил? 100 рублей вот это. Фигня? 5 штук там. Ну да, я знаю, что это. Ну они 160. Ну, нет, ну уже эти. Срок годности? 2 дня уже, да. Но я не стал. Да, вот поэтому и скидка. Да нет, детям, да. Ну. Я тоже не стал. Думаю, это. Если бы еще там было дней 5, там, ну, 2-3. Ой, красота. Хот-дог вечеринка продолжается. Это маленькая решетка у нас, да?
Давай. Коля! Коля, привет! Помаши, привет! Родня, ты меня когда снимаешь, ты говоришь, что я тебя снимаю. А ты меня живут, опять по фишке скажешь, что родня беременна. Родня! На каком ты месяце, родня? У меня же четверо детей! Ну ты же их не съела! А ты помнишь, когда в школе я была беременна, но еще как бы маленький срок был, а слушай, не знали. Весь YouTube, весь YouTube уже знал, да? Да, но сейчас вроде еще не беременна. Но это временно, да? Да. Это еще не... Мы уже будем выкладывать. Это одновременно и вспышка, и камень, и фонарь, да? Не знаю. Танцуй под Бузову. Что это было с сосиской? Под эту легкую музыку. Тряси своими арбузами. Все? Ты мой эфир? Танцуй под Бузову. Нет, без прямого, Степ. Я ж не умею выходить в прямой эфир, я стесняюсь. Хороший день защиты детей, точно. Теперь мы жарим эти. Типа же в лаваше сосиски. Коля! I used to believe.